Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году к ней присоединилась Десногорская детская художественная школа. Очень сильно рада поучаствовать в этой акции, потому что она, ну, это как живой памятник, во-первых, и она вечно будет. Вот дети будут потом приходить, которые выпустятся в следующем году к своим этим деревьям, и я так думаю, что будут гордиться тем, что они сделали. 28 апреля воспитанниками художественной школы было высажено 10 кустов сирени. По задумке руководителей, саженцы образуют аллею вдоль дороги, ведущей ко входу в учреждение. Все работы были проведены учащимися самостоятельно. Воодушевились даже самые юные ученики. Кто пришли, они с радостью. Ну, у них есть еще какое-то стеснение, вот в такой вот массовости какой-то, но а так с радостью. Цель международной акции «Сад памяти» – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.